Всем привет! У меня сегодня новое видео. Я хочу познакомить вас с одним ароматом, который совершенно не новый. И более того, знаете, у меня дежавю. Я уверена была, что я сделала видео на этот аромат, но у меня его нет. Наверное, я его удалила, не выставив, поэтому пардон. Я сейчас еще раз его нанесу. Он на мне, но, знаете, такого аромата можно наносить и побольше. Armani Code, и это у меня Eau de Parfum, и у меня здесь 50 мл. Его я брала на официальном сайте Armani. Кстати, еще сохранила коробку, естественно, потому что вот те ароматы, которые у меня там, они у меня все в коробках, а с другой стороны у меня все без коробок прячутся от солнца. Итак, давайте я вам расскажу, что в этом аромате. Жасмин, итальянский апельсин, горький апельсин, апельсиновый цвет. Имбирь, мед, ваниль и сандал. Совершенно нереально красивый аромат. Нереально красивый аромат, который я абсолютно не советую никому покупать без затеста. Потому что это очень яркий аромат. Даже с одного пшика очень яркий аромат. И плюс ко всему, апельсиновый цвет — это все-таки не та вещь, безобидная вещь, как многие ноты есть, вот, например, лимончики. Это безобидная нота. Апельсиновый цвет, он более яркий, и он может вызывать головную боль. Поэтому это никому не надо, и поэтому нужно тестировать перед покупкой. Ну, в принципе, как все ароматы, даже те самые безобидные лимончиковые, чтобы просто не получить неприятных сюрпризов. Но этот абсолютно точно нужно тестировать. Я знаю, что есть огромное количество всяких фланкеров. К сожалению, они практически все были лимитированными изданиями. В общем, у меня есть только сейчас вот этот. Я очень люблю этот аромат. У меня уже вот так вот уже отлито. Совершенно круто звучащий, очень интересный аромат. Кстати, прошу взять на заметку тех людей, кто абсолютно против люкса, движение против люкса, не принимает ароматов люксовых, любит только нишевые ароматы. Я считаю, что этот аромат, он очень шикарно сделан, замечательно сделан. И здесь действительно очень реалистичный апельсиновый цвет. Если вы когда-нибудь слышали апельсиновый цвет вживую, как он пахнет, вы поймете, что это оно, это то, что надо. И сама композиция очень интересная, белоцветочный, очень стойкий, очень шлейфовый аромат, красивый аромат. Поэтому... Ну, я не говорю, что это то же самое, но если вы хотите, например, если вы не знаете, как пахнет апельсиновый цвет, но вас очень привлекает это словосочетание «апельсиновый цвет», вы хотите узнать, как это пахнет, и чаще всего подобные ароматы, они есть все-таки в нише их очень легко найти, в люксовых ароматах достаточно сложно, потому что... Здесь так настолько все апельсиново-белоцветочно, что практически он никак не эволюционирует, этот аромат. Что вы получаете на старте, то у вас есть и спустя много времени. Аромат как начинается апельсиновыми цветами и апельсинами, и белоцветочным жасмином, в общем, вот этим всем вот таким вот очень ярким открытием, таким он и продолжается на протяжении всего времени, что он на вас. И это довольно нечасто случается в люксовой парфюмерии. Все-таки люксовая парфюмерия, она направлена, конечно же, на широкую аудиторию. Я не говорю, что нишевая направлена не на широкую аудиторию. В итоге у всех одна цель — продать. Но... Я просто говорю о том, что настолько хорошо сделанный, практически моноаромат, белоцветочный, апельсиновый цвет, в люксе очень сложно найти. Поэтому, если вы хотите присмотреться к этой ноте, если вы ее не знаете, я советую вам не искать далеко, а вот пойти протестировать этот аромат, потому что он есть много где. И взять вот самый вот обычный их классический аромат Armani Code. И более-менее вам хоть станет понятно, ясно, что это за зверь апельсиновый цвет, и вы тогда решите, хотите ли вы идти в этом направлении, либо нет. Потому что учтите, чем дальше вглубь
чем дальше в нишу вы будете идти, тем больше, тем более горькие ароматы, тем более ярко-белые насыщенные ароматы будут. Здесь, мне кажется, совершенно замечательный такой баланс между белым цветочным, между апельсиновым цветом и носибельностью. Этот аромат очень носибельный, он красивый, он очень ароматный. Он, несмотря на то, что как он у вас начинается, как я уже сказала, белым цветом, таким же белым цветом он и заканчивается, он нет такого ощущения, что вы пошли и купили вот моноаромат, например, от Монотемы. Нет такого ощущения. Все-таки здесь есть переливы, здесь есть очень красивые ноты. Поэтому я этим ароматом довольна. И если, опять же, если вы боитесь, например, ниши, потому что вы начитались, наслушались тех, кто говорит, что ниша это не для всех, ниша это там, вы должны что-то понимать для того, чтобы прикоснуться к нишевым ароматам. Не слушайте этих людей, делайте то, как вам нравится, но если вам просто чисто физически сложно найти нишевые ароматы, они не везде продаются, то тогда вот этот вот, это замечательный вход в белоцветочные, в апельсиновые цветочки. Замечательная штука, очень красивая. Насчет того, летняя она, зимняя она, ну, знаете, ребят, я этот аромат купила весной. Я наносила его и летом, и вот сейчас осень, поэтому для меня это на весь год аромат. Я не разделяю ароматы по сезонам, не разделяю ароматы днем, вечером. Если уж так щепетильно прям так вот разделять это все дело, я бы сказала, что все-таки его время, его место — это весна, когда именно вот это вот цветение всего вот этого жасмина, например, осень, когда цветут цитрусовые. И, наверное, все-таки вторая половина дня, особенно если вы любите несколько пшиков, 4, 5, 6 пшиков, если один, то можно и днем, утром вы не задушите никого. Но если вы любите, как я, так побольше, да, если вы разделяете, то, наверное, на вторую половину дня этот аромат будет идеально вписываться. Вот, что еще хочу сказать. Аромат нереально стойкий. Сколько бы пшиков вы не сделали, он будет стойкий. Он будет очень хорошо шлейфить, он замечательно шлейфит на ветерке. Вы не разочаруетесь. Здесь проблема. Вот этот аромат сделан красиво, он хорошо скомпонован. Здесь все круто, здесь все интересно, здесь все то, что надо. Здесь единственный один вопрос: нравится он вам или нет. Если вы его купите, если он вам нравится, вы не будете разочарованы в этом аромате, ни в его стойкости, ни в его громкости, ни в чем. То есть он действительно, это не из тех ароматов, знаете, вот как часто очень бывает, я хочу этот аромат, но у него стойкость просто как память у курицы, которой вообще нет, да? И поэтому я его не покупаю, хотя он мне нравится. Стойкость это не самое главное, это не самый главный критерий, по которым я, например, оцениваю ароматы. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы стойкость была хоть какая-то. Здесь проблема это вообще не стоит никак. Здесь все стойко, все шлифово, все красиво, все ярко, все замечательно, цветочно, все как надо. И самое главное, это решить, нравится ли вам этот аромат или нет. И я считаю, что если вы любите белые цветы, если вы любите апельсиновый цвет, если вы любите свежесть, именно вот весеннюю свежесть, когда все цветет, этот аромат вам абсолютно точно нужно хотя бы попробовать. Потому что героев нужно знать в лицо, а этот герой очень хороший герой, он очень ароматный, и он крутой. Несмотря на то, что здесь есть горький апельсин, я не слышу этот аромат горьким. Для меня он не горький, поэтому
Это еще, кстати, одна вещь, которая хорошо они сделали, что они не сделали этот аромат таким уж прям реально реалистичным. Вот если там горький апельсин, чтобы аж в носу аж вот чешется от горечи. Нет, тут такого нет, не переживайте. Здесь все очень классно сделано. Люкс, он на то и люкс, чтобы дать те ноты, которые заявлены, но тем самым не испугать, привлечь, наоборот, большее количество людей. И в общем, это не ниша, где очень часто бывают те ароматы и те ноты, которые, ну, немногим понравятся. Все-таки люкс, он... не для того, чтобы отпугивать клиентов. Вот. На этом, наверное, все. Аромат совершенно замечательный, если у вас он есть, если у вас были фланкеры. А там фланкеров хреново туча. Хреново туча, реально. Причем как мужских фланкеров, так и женских. И они все очень интересные. Напишите мне, пожалуйста, что у вас было, что у вас есть. Нравится ли вам этот аромат? Мне будет очень интересно вас послушать, прочитать. Я желаю вам отличного дня, хорошего настроения, и на этом все. Пока!